Сегодня вы присутствуете в гостях на открытии международного благотворительного фестиваля «Шедеврик». Наш фестиваль посвящен в этом году Году кино. Фестиваль 12 лет, и на протяжении длительного времени Общественная палата Российской Федерации поддерживает наше фестивальное движение. В этом году принимает участие более 1700 человек. Фестиваль является международным, то есть работы представлены не только участниками из городов России, но и также ближнего зарубежья и стран Европы. Когда мы говорим про развитие детского творчества, мы в Общественной палате уделяем этому отдельное внимание. Я считаю, это основная составляющая часть развитого общества. Хотел бы сказать спасибо и департаменту культуры города Москвы, потому что уделяют этому внимание. Мы в Общественной палате вас не просто поддерживаем, мы готовы поддерживать и будем это делать. И всегда ваши, скажем так, наши дверь для вас открыты. Спасибо организаторам, спасибо всем волонтерам, которые на протяжении долгого времени готовились, сегодня работают на площадках. Спасибо Дому культуры Австрии, который каждый год, целый год готовится к этому большому празднику. Как уже было сказано, уже 12-й раз подряд проходит этот конкурс. Он такой долгожитель, и мы уверены, что мы еще будем отмечать большие юбилеи этого праздника. А я хочу поблагодарить всех детишек, всех участников, что вы делаете наш мир еще ярче. Спасибо вам, успехов и удачи!